Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Присоединяйтесь, кому интересен процесс вязания рукоделия. Я очень надеюсь, что сегодняшний мастер-класс с удовольствием пополнит ваши бездонные копилки узоров. Переплетение реально интересное, фоновое, рельефное. Состоит вот из таких вот филигранных веточек, раппорт которого составляет 3 петли и 2 ряда. Всего лишь навсего я начинаю показывать, как вяжется первый ряд раппорта. Первую петлю мы снимаем как кромочную. Далее 2 петли вместе я провязываю лицевой за заднюю стенку. При этом последнюю петлю оставляю на левой спице и еще раз провязываю ее лицевой. Далее делаем такую манипуляцию. Следующую петлю вяжем один раз за заднюю стенку лицевой и не снимаем, еще раз провязываем ее за переднюю стенку лицевой. Повторяем раппорт, 2 петли вместе, вторую оставляем, еще раз провязываем лицевой и третью петлю вот таким вот способом. Сначала за заднюю стенку, потом за переднюю. Вместо одной петли у нас получается на правой спице 2. Вяжем таким образом наш первый ряд до конца. Далее переходим ко второму заключительному ряду. Снимаем кромочную. Первую петлю мы провязываем лицевой. Далее 2 петли вместе изнаночной. И третью петлю провязываем лицевой. Повторяем. Лицевая, 2 петли вместе изнаночной. И лицевая. Это будет второй заключительный ряд. Друзья, наш узор готов. Я жду от вас благодарных лайков, позитивных комментариев, а также следите за новыми мастер-классами на моем канале. Они выходят практически каждый день. Подписывайтесь на канал, и я прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного настроения!